запись. Хочу представить Лану, прекрасного путешественника, одного из наших лекторов, прекрасных, который любит путешествовать и делает это необычным способом. Я думаю, вы все поэтому сюда пришли, чтобы услышать, как так же путешествовать. Ничего больше мне рассказать не буду, она попросила. Поэтому приятного прослушивания и хорошего вечера. Ну что, начнем? Здорово, Санта, не так много, мне не нужно использовать микрофон, потому что я его панически боялась. Мне кажется, я очень боюсь звука своего голоса микрофона, поэтому клево, что это так. Всем здравствуйте, всем привет, меня зовут Лана, и я сегодня вам буду вещать об эко-волонтерстве, о волонтерстве за границей, о моем опыте, о моих впечатлениях об этом и, в общем, всякие рассказы. Она рассказывает, наверное. Вот. А сама я из северного города Мурманска. Кто-нибудь есть? Нет? Всегда вот я встречаю, я иду в новое место, всегда встречаю мурманчан, но не сегодня. Ладно. В общем, сама из северного города Мурманска. И уже как 4-3 года являюсь гражданкой Санкт-Петербурга. Но это как бы такая моя база, куда я приезжаю после путешествий, в общем-то, хожу. Казалось, плохое зрение, мне кажется, все такие люди. Вот, хожу на сильный рынок, не знаю, общаюсь с друзьями, смотрю новые фильмы и потом уезжаю. В общем, у меня как бы такая вечная туда-сюда обратно, уезжаю и приезжаю. Вот, я начала путешествовать по волонтерству 2011 года, и сначала это был классный проект под названием ИВС. Что это такое? О, мне надо переключать, да, забыла. Вот, это я. Вот, ИВС, что такое? European Voluntary Service, значит, Европейская волонтерская служба. В общем-то, это проект от Европейского Союза, рассчитан на, в принципе, граждан всей Европы и не только, и дает вам грант, полное обеспечение на европейскую, на волонтерскую службу любых разных некоммерческих, социальных предприятий, организаций. В общем, я была очень далека, честно говоря, от волонтерской службы до 2011 года. Я не знала, что такое, ничего этим не занималась. У меня образование первое, бухгалтерский учет, анализ и аудит, поэтому это вообще, я далека была от этого всего. И потом я как-то узнала, что есть такой вот грант, а у меня не было денег, естественно, поехать в Европу никуда. Я думаю, а почему нет? И начала искать, было очень много, мало информации, наоборот, в интернете по-русски. Все на английском, но тогда мой английский так вилял туда-сюда. И привет. Вот, и в общем, я нашла эту базу проектов, что это такое. Это, в общем, волонтерство по гранту. В разных странах Европы есть такой большой список, база волонтерских проектов. На данный этап, я вчера зашла, это было 4700 проектов по всей Европе, это много. Когда я в 2011 году поехала, это было 1200 или 1100, где-то примерно так. То есть их прямо расплодилось. Вот. И суть того, что есть принимающая организация, то есть организация некоммерческая, социальная организация, которая принимает вас непосредственно в Европе, в одной из стран. Есть отправляющая организация, это страна в России. И есть координирующие организации, которые устраивают вам всякие семинары, лекции, когда вы уже там в стране. В общем, все это я знала. Думаю, классно, здорово, по гранту, не надо ни копейки платить, почему нет? В общем, я думала, все точно я прям выиграю, почему-то у меня такое было ожидание, и ждала я год. Я написала 700 писем. 700, да. И почему знаю? Потому что я потом зашла в папку «Отправленные» и посмотрела, что это было 700, ну или 698, что-то типа того. А это была у меня как такая мини-работа подаваться на эти гранты. Возможно, я написала не самую лучшую из писем, поэтому я ждала год. Я не знаю, я надеюсь, что это было не так. И, в общем, ждала я год, и ровно через год, мне пришел ответ с Польши. В общем, они ответили, ой, классно, с Вроцлава. В общем, где-то там в Польше. Классно, приезжай в нашу какую-то юношескую команду, в общем, будешь у нас тоже волонтерить. Я прям чувствовала, не знаю, мужчины, наверное, в это не верят, но мне кажется, у женщин очень сильно развита интуиция. Лично, ну, я у всех подружек, да. В общем, я думаю, что-то мне кажется, что
мне надо подождать какое-то время, мне надо подождать, потому что это не мое. Не то, что Польша, я не люблю Польшу, но просто я чувствовала. Подождала, где-то ничего не отвечала, думаю, ну а вдруг? Как бы не отказываюсь, ну и не говорю, да. Вот, потом мне пришел ответ с Венгрии, из Будапешта. Думаю, о, уже получше, клево. А проект где-то в лесу. Жить в доме в лесу, что мне подходит, что мне нравится. Я не очень люблю большие города. И работать с детьми. А, много детей. Ну, не то, что я не люблю детей, опять же, но я как-то так не уверена, потому что там был прямо большой детский садик, понимаете, детей. Я думаю, так, ладно, тоже им ничего пока не буду отвечать. Нет, не да, подождем. И на самом деле, я подождала, опять же, уже второй раз, и пришел ответ с Австрии, с города Вена, тоже с детьми работать, но их там пять. Думаю, ну ладно, пять это плохо. Вот, и потом я просто до этого еще хотела получать педагогическое образование, думаю, как раз проверю, хорошо, что не получила. Но, в общем, да, и я получила ответ от них, и думаю, да, это что надо. Мама ничего не знала об этом, она думала, что я просто играю в компьютер все весь этот год. А я говорю, слушай, ну, дело в том, что я уезжаю в Австрию. Она говорит, в смысле? Я говорю, ну вот, так получилось, что Вена, Австрия, в общем-то, меня ждет. Ну, да, она согласилась, ну, так получилось, опять же. И я поехала, ничего не зная, ни немецкого, с английским так себе, поехала в Австрию, Вену. Я вам расскажу первый мой день, потому что это был один из самых запоминающихся. Я думаю, если уже первый день такой, что будет дальше, я не знаю. Потому что я приземлилась в Вену, в аэропорт, подготовившись, распечатав, наверное, 20 листов, не очень эко, извините, но тогда мне нужно знать было все, какой маршрут, где пролегает, у меня был мой адрес. Прилетела я непосредственно в Вену, сделал мне такой высокий в шапке шофера австриец. Тоже волонтер с этой самой координирующей организацией. Мы поехали по этому адресу, который мне был написан на листочке. Приезжаем, долго что-то ехали, там полтора часа, естественно, не в центре это. Приезжаем и такие смотрим, там замок стоит. Ну, не то, что такой Дракула замок или Рапунцель замок. Ну, замок. Какой-то дом, похожий на замок. Или это не сад. Такие, угу. Я не поверила сначала, думала, наверное, что-то неправильно попутали. А на самом деле я жила в замке. Как-то так меня отправили, дали вот этот грант, и я прожила в замке с другими волонтерами 9 месяцев. Это было тоже интересно. И когда я только приехала в этот самый замок первый день, положила свой рюкзак, думаю, да, я только вот, оп, рюкзак положила, и вырубается свет. Вырубается свет во всем просто регионе. Думаю, интересно, что же делать? И мы потом пошли на звезды смотреть, в общем, романтика, ла-ла-ла. Этот проект в себе содержит, принимает очень много волонтеров с разных стран. Там и Австрия была, конечно же, и что там, Германия были, и, в общем, все, 12 стран разных. Мы волонтерили, тусили много, и как-то я работала в детском садике с 5 вот этих детьми. Они работали в разных совершенно проектах, там можно выбрать непосредственно, что вам больше подходит по душе, допустим, проекты в медиа, или проекты в экологии где-то, или проекты, в общем, разные сферы, и вы найдете там свои проекты. Очень, я на самом деле очень рекомендую, мне кажется, я вам все закрою, да? Очень рекомендую этот самый проект, и в чем суть и какие условия есть ограничения, потому что, к сожалению, везде есть ограничения. От 17 до 30 лет можно поехать по этому проекту. Я встретила одного волонтера, где ему было 31, но как бы они так его взяли, потому что кто-то другой отказался. Вот. А на этом сайте dobrovolis.ru можно найти вообще всю исчерпывающую информацию, если вам будет интересно, если вам вы захотите. Вот. Дальше, да, естественно, плата за взнос за участие вообще это не нужно, все это бесплатно, это грант. Все карманы вам даются деньги на карманные расходы, на проживание, на питание, на визовые расходы, на транспортные расходы. И внутри страны вам организуются всякие разные тоже поездки, все это бесплатно. Да, это мы. Это маленькая часть наших волонтеров, все с разных стран.
очень интересный чувак, вот этот с трубкой, немец. Learning by doing, то есть учись, работая, учись, познавая что-то, учись, делая что-то. Мне кажется, лично мое мнение, не знаю, как ваше, но в нашей системе именно образование не совсем, возможно, для меня это не совсем подошло. Допустим, вы закончили 5 лет образования, да? У вас есть диплом, как у меня, да, экономист, бухгалтер, бухгалтерский учетный совет. Не совсем мое, я уже с первого курса это понимала, но что делать? И вы должны сразу же выйти на работу. То есть вы думаете, да, я, наверное, как-то уверен в своих силах, и вы сразу выходите на работу и понимаете, что вы ничего не знаете. Что без практики одна теория не так эффективна, наверное. Именно ЕВС, он дает вам право, или такие подобные молодежные программы дают вам право непосредственно получить практику в таких отраслях, которые, допустим, я, да, в юридическом образовании получила практику целые 9 месяцев, я жила в Вене. Я поняла, что это не мое, слава богу, что даже я не пошла, ну, каждый свое. Поэтому лично для меня это послужило прямо огромным открытием. И я там научилась, как работать с людьми, как с ними кооперировать, потому что там разные были тренинги, проходящие на team leading, в общем, разные. И там будут разные фотографии, последующие это мы. Мы всегда ходили все вместе практически. У меня даже, наверное, нет ни, практически ни одной фотографии, где я одна. У нас такая была мини-австрийская семья, состоящая из разных членов, из разных, да, из разных стран. Да, там мы еще проводили очень здоровские вечера, там, где каждый непосредственно рассказывал о своей стране и говорил какие-то, показывал флаги. Они потом танцевали классную сальсу, мне очень понравилось. Теперь это я не могла не рассказать. Это не эко-волонтерство было, но я не могла не рассказать о своем опыте, потому что это был первый опыт такого большого волонтерства, 9 месяцев все-таки, и который поменял полное представление о... изменил представление моих ценностей, наверное, что материальные ценности – это совсем не самое главное. И до этого я ставила на первое место, а теперь нет. Эко-волонтерство. Работа на фермах. Волонтерство на фермах. Помощь на фермах. И не только. Всяких фермерских хозяйствах, кооперативах и тому подобное. А теперь я расскажу, то есть вы вроде думаете так, эко-волонтерство, а где найти эти самые проекты, где их повстречать? И есть разные площадки. Вот. Нечаянно, неправильно получилось. В общем, workaway.info, helpx.net. Вам видно все, да? Только вот это не видно. Сейчас уберу. А так лучше? Отлично. Woofing, как я называю это. Woosurfing. Это у них, кстати, скоро будет классный сайт. Но теперь это просто пока группа ВКонтакте. Там уже 50 тысяч подписчиков. И у них каждый раз... разные проекты по России не только. Рекомендую. А помогаю побольше, потом, извините, расскажу об этом проекте, потому что это мой проект, тоже об эко-волонтерстве. Хорошо? А кто-нибудь когда-нибудь слышал одну из этих площадок? Видел? Знает? Если можно, поднять руку. Опа! Да! У вас какой опыт? Можно вас спросить, пожалуйста? Вы слышали, да? У тебя же тоже, да? Я уже слышала, что там сначала деньги надо платить. Ага, сразу, там надо деньги платить. Да, рассказываю, как это работает. Workaway.info и helpx.net. В принципе, очень похожие две площадки, работают также одинаково. Но я так, девочки такие девочки, я посмотрела на workaway.info, мне понравился больше дизайн, поэтому я там зарегистрировалась. На самом деле, разницы особо нет. Даже на helpx больше проектов. В общем, что и как. Есть база волонтеров, есть база хостов. А эти две площадки, они их соединяют вместе. То есть волонтеры при помощи этих площадок могут найти проекты, проекты при помощи этих площадок могут найти волонтеров. Но чтобы сконтактироваться, написать хосту, а не просто посмотреть его описание проекта, вам нужно заплатить. Это 30 евро в год. И это полностью окупает. Я, если забегаю вперед, совсем немножечко вперед, скажу, что моя поездка в Израиль на 3 месяца обошлась мне 10 тысяч рублей. Просто 10 тысяч рублей. Причем это я путешествовала, я ела, и все. Ну, в общем, на самом деле это очень бюджетная штука и экономичная, поэтому тоже советую.
Вы можете там создать свой профиль на или HelpX, или на workaway.info, рассказать, чего вы умеете, чего вы не умеете, чем вы хотели заниматься, и, в общем, найти какой-то проект. Вам больше интересно за границей или Россия все-таки? Кому как? Сейчас такая за границей, да? Я расскажу о том, о сём, хорошо? Потому что у меня есть опыт эко-волонтёрства и в России, и непосредственно за рубежом. А я начну. Да, Израиль. Это было 27 марта на свой день рождения. Ну, не сразу на свой день рождения. В общем, я поехала в Израиль. У меня вообще практически не было денег. Вот так получается. Так, как-то так. И я нашла промо-акции на самолет. Да, обратно, там буквально там, что-то 6 тысяч рублей, 5 тысяч рублей. Думаю, клёво, Израиль. А где я буду жить, как я буду, чем заниматься, не знаю. И кто-то как-то мне сказал о Workaway, которую я только что вам сказала об этой площадке. Думаю, здорово, надо ехать. Нашла 5 хостов, заплатила за регистрацию, нашла 5 хостов в разные места, все это фермы, один гостевой дом. Приехала в Израиль с Москвы, это была Москва, Израиль, Москва и Тель-Авив, с опухшим глазом, не спрашивайте, почему, вот, в общем, прилетела, потом сразу же поехала на ферму. Это вот на ферме, кстати, я очень хочу съесть капусту, но мне не разрешили, потому что она была не помыта. В общем, поехала я на первую ферму, / гостевой дом. И, в общем, расскажу об этом человеке, который, в общем, идет по глазам, и об этом человеке, который хозяин этого места. А мужчина, как он просил меня называть чувак, я сказала, окей. А мужчина, ему 55 лет, и у него очень большая такая биография, потому что он много путешествовался и снимал документальный фильм в каком-то там году о аборигенах Папуа-Гвинеи. Он мне прям показывал, он прям там с ними жил. А потом снимал где-то во Франции документальный фильм. И потом он сказал, потом у него была американская жена, он жил долго в Америке, ла-ла-ла. И потом он решил, что все, пора что-то менять, мне надоело, надо ехать, надо покупать свою землю, надо строиться. И что он сделал? Он купил очень много земли, настроил себе гостевых домов для экотуристов. И, в общем-то, хорошо здесь живет. И он сам один живет, у него нет помощи, и принимает сейчас волонтеров аж чуть там много-много лет. Я нашла его проект на workaway.info. Кстати, там еще существует система отзывов. Потому что я понимаю, когда вы только приезжаете к первому проекту, у вас нет опыта, и вы, возможно, не доверяете тому или иному проекту или человеку, стоящему за ним. Поэтому система отзывов вам поможет. Обычно там все хорошо. Вот, и приехала к нему, и первый раз, то есть до этого профессионально я занималась 2 года, 3 года совсем другим делом, вообще другим. И первый раз мои эти руки, я думала, они вообще не способны на что, кроме как печатать что-то на компьютере. Я начала работать с землей, начала копать огороды, начала кататься на лошадях. Мне кажется, мне надо видите, я в саду работаю. То есть я до этого у меня не было совершенно никакого такого опыта, и я не знала, что мне даже это понравится, но мне понравилось, и я в это влюбилась, работа с землей, и она дает вам столько много какого-то энергетического баланса, эмоций, поэтому я вам рекомендую, если что. Да, это его кошка Марсела. Вот, и, в общем-то, я поехала к нему, прожила 2 недели, работая, волонтёре. Я иногда даже забывалась настолько, потому что волонтёрская позиция, да, предполагает, что вы будете работать, может быть, самое хорошее слово для этого, 4-5 часов, 5 дней в неделю. Все остальное время вы за проживание и за еду непосредственно, да, вы живете на ферме, вы свободны куда-то ходить. В общем, там я работала, так как это пустыня, я работала с 7 утра где-то до 11, до 12. Все остальное время я свободна, делаю, что хочу. Я гуляла, терялась в пустыне, но это совсем другая история. Вот, и потом я поехала
Я сменила виноградник, я работала на винограднике, я работала на гранатовой ферме, на лимонной ферме, на апельсиновой ферме, в конюшне. Конечно, тоже это интересная история, потому что до этого я совсем не работала с лошадями и не понимала, как с ними правильно вообще работать и вообще как их чувствовать правильно. И, в общем, я приехала, я говорю, можно мне с лошадями работать? И они такие, да, у тебя есть опыт? Нет. Ладно. В общем, я подавала им сено каждое утро, водичку поила, еще что-то, и я должна их была открывать загон и закрывать загон. И это было очень страшно, потому что у меня не было совсем опыта. Я ходила одна, там 5 лошадей, они на меня смотрели, типа, что ты здесь делаешь? Вот. И я входила с какими-то просто тряской, закрывала этот загон, убегала, и все. Но потом я как-то так прочувствовала, как это правильно координировать с ними, как с ними дружить. И начала этим, в принципе, не то, что хороша в этом была, но, в общем, мы с ними подружились. Разные 5 лошадей со своими именами, это было очень здорово. Вот, кстати, мы сделали классный селфи. Было... Я получила такой новый опыт именно в Израиле, который, опять же, снова, как опыт в Австрии, в Вене, поменял какие-то тоже мои внутренние ценности, наверное, так. Там я поняла, что материальные ценности — это не самое главное. Здесь я поняла, что работа с землей, мне бы хотелось этим заниматься, и без этого я бы не знаю, где бы я нашла такой опыт, наверное, так. И был интересный очень проект, это была гранатная ферма. Я приехала, это была пустыня. Я прожила в пустыне 2 месяца. Знаете, в таких караванчиках. Вот когда вы видите какие-то американские фильмы, вы видите такие караванчики, переделанные, грубо говоря, прицепы в дома. В таком я жила 2 месяца. Среди букашек, таракашек, змеючек, скорпиончиков и тому подобное. Мне, естественно, очень понравилось. Это было сначала очень страшно, потому что ничего не понимаешь. Там очень жарко. Иногда была погода до плюс 45, до плюс 50. И нужно работать в эту погоду. Это тоже было очень непонятно для моего организма, наверное, так. И адаптация к нему. И, в общем, на гранатовой ферме я приехала, и так получилось, что я была одна волонтер. Ну, вот просто я одна, не волонтерский сезон, май, никто не приехал, 7 гранат, и надо с ними что-то делать. Я такая, угу, а вы меня научите? Научили, потому что это был как раз тот сезон, когда еще не супер жарко, плюс 50, но почему-то для них показалось, это не супер жарко, и нужно защищать было гранаты сеткой от палящего солнца. И, в общем, я вставала в 5 часов утра, в 5:30 я была на поле, закрывала эти гранаты, а потом до 12 я работала, а потом я, в общем, была свободна куда-либо идти. И так получилось, что в течение... Я жила на этой гранатовой ферме, это полное было пустыня, совсем не было никого одна, то есть я была одна. Было очень здорово и интересно, но немножко страшно, конечно. И только потом, через несколько дней, я узнала, что, оказывается, эта ферма есть еще в 20 минутах от меня. Я потом познакомилась с другими волонтерами там и другими работниками, и мы просто подружились. Вот. И была очень интересная ситуация, когда я несу гитару в другой дом, к другому волонтеру, на другой ферме на 20 минут. Я не умею играть на гитаре, но просто была его гитара. Я иду. И там, так как это место, гранатовая ферма, находилось недалеко от границы с Египтом, там постоянно были взрывы, боевые учения, там были всякие разные военные машины. В общем, я иду с этой гитарой, ла-ла-ла-ла-ла, и останавливаются 2 большие военные машины. Прямо около меня. Ага, что ж я сделала не так-то, интересно. И, в общем, выходит один солдат, выходят все солдаты и говорят... «Дай поиграть». Я говорю, «Знаете, в общем, как я могла им сказать?» Они начали чуть ли не как не Джимми Хендрикс, выполнять какие-то трюки на этой гитаре. И, в общем, интересная картина. Я в каких-то порванных джинсах, в мазив какая-то непонятная, солдаты, военные машины, гитара. И, в общем, это было потрясающе, конечно. И, в общем, такие...
получаешь такой опыт в таких не туристических совсем местах, странах, которые ты явно нигде в другом месте не получила. То есть для меня лучше уезжать куда-нибудь там, вглубь в страну, знакомиться с местным колоритом, с местными жителями, понимать их культуру, интегрироваться как-то. Потому что до этого я путешествовала по туристическим, наверное, больше местам, и ты не понимаешь культуру. Ты просто приезжаешь, ты идешь или в свой отель, или даже пока в серфингу, но ты все равно не понимаешь 100% культуру. И для меня это волонтерство открыло такую возможность интегрироваться полностью в общество, наверное, так, в любой стране. Это я вблизи. А, в общем, да, я так всегда ходила порезанная, но все же мне очень понравилось. Второе мое место, да, я переехала из Израиля, если быть последователем своих слов в рассказе, то я приехала из Израиля. Была буквально где-то месяц, наверное, в Питере, и решила, чего-то надо опять. Мне не хватает чистого воздуха, мне не хватает энергии природы, как бы это по-хиповски не звучало, но это так. И мне подруга буквально скидывает ссылку. А ты знаешь, что у нас есть такие штуки, как эко-поселение? Я говорю, я не понимаю, о чем ты говоришь. Оказывается, действительно, много достаточно эко-поселений в России. Это такие... Ну, назовем это объединение людей где-то там за деревнях, недалеко от цивилизации, грубо говоря. И они просто решили, им надоел город, они решили переехать куда-то подальше от него, в чистую, на природу, на чистый воздух. Иногда эко-поселения организуются, формируются на религиозных каких-то убеждениях или на других убеждениях. Ну, допустим, поселение «Чистое небо», просто ребята, программисты, решили, что достаточно. И они переехали один с другим, они переехали, в принципе, и перевезли свои семьи на природу. Находится это поселение в Псковской области, 70 километров от Беларуси. Ты не слышала об этом, нет? Нет? Вот, это одно из больших эко-поселений. Есть еще тоже разные. Ребята растят свой огород. Непосредственно, у них чего только нет, они, в принципе, что растят, то и едят. Ну, кроме фруктов, конечно. Ну, у них овощи есть, зелень, теперь я даже разбираю зелень, до этого не понимала, где петрушка, где укроп, и тому подобное. Вот, немножечко не видно. В общем, вот Вова, бородастый такой, он всегда ходит босиком. А Юля, его жена, лампа на ясене, его, их сыне, и... И лошадь, хотел сказать, и собака Вектор. Переехали они в это чистое небо, эко-поселение, где-то 5 лет тому назад. Опять же, жили в Питере, он программист, она работает менеджером в Заре. Встретились и решили, что пора, надо покупать свою землю, надо что-то делать своими руками, потому что они не видели свою какую-то эффективность и результативность также. И, в общем, переехали, сначала жили год в палатке, пока строили весь свой дом, и потом построили сами своими руками дом, что очень интересно. Научили меня, как это делать, так что, если что, зовите по скидке. Вот, и да, и у них тоже, у них 4 гектара земли. Там они растят, чего только не растят. У них есть свой лесной питомник. Кстати, это есть лесной питомник, каштаны, и мои ноги, каштаны, лиственницы, ясени и тому подобное. Там же они продают саженцы в другие какие-то места. В общем, что я там научилась делать, и что мы там делали? Там я... Опять же, научилась работать в огороде, правильно полоть. Там я работала, хотела починить скутер, не получилось, поэтому это я не супер в этом мастер оказалась. Я его разобрала, но не собрала, так что такое бывает. И там мы строили дома, эко-дома. Там мы под понятием «мы», я говорю, другие тоже волонтеры, которые в пик было 14 разных волонтеров, жили в этом лагере, в палаточном лагере. Я прожила там 34 дня, хотя по плану у меня было сколько? Ну, где-то я думала, на 2 недели с этим хватит. Ну, сколько?
на другое место. Что-то меня затянуло там так сильно, я осталась на 3-4 дня. Мы вместе готовили, мы вместе сосуществовали, мы вместе танцевали ирландские танцы, что я раньше об этом не умела, теперь тоже не очень. Мы, видите, все, все, что не делаю, что-то не до конца. Потом мы... А они сами выращивают, естественно, картошку, разную зелень, топинамбур, мелиссу, что они еще выращивают? Черри, томаты, они выращивают, много у них огурцов. В общем, много овощей. Да, овощи. Но фрукты, естественно, нет. Делают майонез домашний, делают иван-чай. Кстати, у них тоже очень классный иван-чай. Потом они продают, в принципе, этот иван-чай, сделанный. Я сама лично... Можно по-разному, как оказалось, кстати. Отступая тему, но все же. Можно сделать два способа иван-чая. Один раз, первый способ – это... ручной, вы просто берете его и вот так вот трете до посинения, до покраснения рук. Или второй раз вы просто через мясорубку его про... Ну, поняли, да? Вот, я занималась ручными иван-чаями, потом было так приятно, что у кого-то он окажется где-то там, в каком-то доме. Вот, в общем, они пытаются ничего не покупать, у них еще тоже... планы больше еще что-то выращивать, у них 4 гектара, 2 гектара только, даже гектар, наверное, забит огородом, у них 3 гектара, они хотят построить разные, тоже для экотуристов, какие-то коттеджи и тому подобные вещи. Сейчас, кстати, они для волонтеров построили так называемый хостел Синавал. У меня нет фотографии, но в зимний период волонтеры тоже приезжают, и, в общем-то, теперь могут стоять только в палатке, но и в этом хостеле тоже. Он сделан из экоматериалов. И, кстати, да, конечно. Ну, там нету такого писаного права, ты вегетарианец. И... Да, они именно Юля и Вова вегетарианцы, но другие, потому что я походила по всем соседям этого экопоселения, а их там больше, там 20 семей, достаточно большое такое поселение. Кто-то сыроед тоже, но там есть тоже мясоеды тоже. То есть там, да, у них есть свои правила. То есть экопоселение, у них обычно свои правила. Не кури, не пей и не ругайся, в общем, будь, как они называют, порядочным человеком. Вот, поэтому волонтеры, у нас были пара волонтеров-мясоедов, но им было сложно, потому что мы не готовили, ну, я сама вегетарианка 9 лет, поэтому для меня это ок, но для мясоедов они где-то там сосиску покупали в ближайший магазин 5 километров, в общем, или пешком, или на раздолбанном велосипеде, который очень у него. В общем, как хотите. Но у мясоеда, видимо, если очень захочется мяса, готово на все. Поэтому ходили и пешком тоже. Да, и я не могу точно сказать статистику, сколько это поселений в России вообще, но их достаточно большое количество, и побольше об этом я поговорю далее. Но да. В общем, мы, да, работали на огороде, делали разные фаны, чтобы нам было как-то не скучно, и садили березы. Вот здесь у нас посажены березы тоже своими руками. Как оказалось, потом неправильно, но это опыт, это нужно понять, как это делать. Да, далее. Это один и тот же человек. Не этот. Этот и этот. Расскажу о интересном таком мужчине. Джей Клоуз. Когда я приехала обратно с экопоселения, я там была, как я сказала, 3-4 дня, ну, месяц, грубо говоря, а какое-то время опять побыла в Питере, поработала, и на зимние праздники я решила куда сгонять. И нечаянно по YouTube увидела этого мужчину, я не помню, сколько ему лет, у него такой очень сильный американский акцент, он говорит по-русски, да, но у него прям такой блюзовый, такой прямо, такой очень низкий голос, и... Он бывший байкер, но в 90-х годах приехал в Россию, живет 59 километров от Москвы, и он приехал в Россию, начал работать шеф-поваром, поваром в разных ресторанах. У него очень большая такая биография, он даже жил 2 года, как он мне сказал, как потом показал фотографии, он жил 2 года с Богданом Титомиром
в центре Москвы, они снимали вместе квартиру. Он был раньше байкером, работал раньше тоже в Австралии на крокодиловой ферме, был и по Гвинее тоже. В общем, о нем можно рассказывать вечно, на самом деле, потому что каждый раз после работы или после очередного волонтерского дня мы садились, он делал свои дела и рассказывал. И рассказывал мне так постепенно и расслабленно, скажем так, о своих похождениях. Да, Джей Клоуз, я у него была с 4 по 11 января уже этого года. И помогала ему продавать сыры на Красной площади. Потому что я ему... Как и получилось, кстати, я не закончила историю, потому что я его нашла через видео по YouTube, увидела видео по YouTube, думаю, классный чувак. Написала, нашла его контакты, очень легко найти. Джей Клоуз, сырная ферма, все. Написала, в этот же день мне ответила, можно поволонтерить? Я говорю, да, приезжай поволонтерить, а еще, если хочешь, на ярмарке со мной поработай. 4 по 11 на Красной площади, прямо Красной площади. В общем, ну ок. Приехала с Питера до Москвы, взяла, не знаю, автобус, еще что-то, и, в общем-то, приехала к нему. Он меня, кстати, научил доить коз, у него 9 коз своих в хозяйстве, а коров пока нет, но он покупает молоко у других фермеров, коровье, и делает сыры с ними. А это его, в принципе, комнатушка, дальше там большое-большое пространство, там у него, дом, в общем, 3 в одном, дом, ферма, в смысле, сыроварня, и посиделки, там вообще к нему чаще всего друзья приходят, в общем-то, ему не скучно точно. Вот такие сыры. И я узнала о каком-то процессе сыроварения у него, то есть, опять же, где бы я до этого узнала, куда, где бы я, или за очень-очень большие деньги я нашла бы какой-нибудь курс сыроварения в Санкт-Петербурге, я уверена, что есть такие точно, но здесь меня учат, грубо говоря, большими словами, если вдаваться, маэстро, гуру, сенсей, сыра, и учат всему это бесплатно, и все, что мне нужно, этому просто помогать, и вот и все. И далее я расскажу о моей самой последней поездке. Это был Кыргызстан. В общем, как я там оказалась, и опять же, эко-волонтерство тоже. Кыргызстан. Я ничего не знала о этой стране. Я знала, что 90% там горы и много мяса. Ну, то есть, как-то горы люблю, мясо не очень. Ну, ладно. Опять же, по промо-акции нашла билеты. Получилось так. Было свободное время, месяц. И с 5-6 марта по 4 апреля, да, 4 апреля этого года я была в Кыргызстане. До этого, когда вы вводите любую информацию в Google, в смысле, об волонтерстве в Кыргызстане, вы ничего не найдете. Прямо уверяю, я это проделала. И на Мэйле, и на Яндексе, везде. А эко-волонтерство Кыргызстан. Ноль информации. Окей. Волонтерство Кыргызстан. Нет. На английском. Волонтерство Кыргызстан. Нет. Думаю, что же делать? Что, как же быть? А билеты же куплены. В общем, я... Вы знаете, каучсерфинг, что такое? Да? Хорошо. В общем, я нашла такой способ. Думаю, ага, ну, наверное, как нам говорится, язык до Киева доведет, да? Думаю, ладно. Я нашла самых 30 активных каучсерферов в Кыргызстане, в Бишкеке. Написала имя, говорю, слушай, у меня такой вопрос. А ты знаешь какие-нибудь фермы, хозяева фермы или там какие-то поселения, где нужна помощь волонтерская? И мне начали поступать ответы. Их было много, потому что, на самом деле, верите или нет, но кыргызы — это самая доброжелательная просто нация, которая когда-либо встречала в своей жизни. Они настолько хотят вам помочь, что иногда мне аж было как-то стеснительно в этом плане. Вот, и, в общем, мне посыпала стала информация, и начали находиться всякие проектные места. И это гуси чуть меня не заклевали. Вот, и, в общем, первое место, куда я поехала, так называемая... Кыргыз фарм. Тоже иностранец, приехал из Канады, если не ошибаюсь, да, из Канады. Приехал в Кыргызстан, начал там жить и захотел помогать людям. В итоге он создал этот проект, как называют проект, Кыргыз фарм, ферму. Там у него очень много всего, в смысле он тоже там делает, растит помидоры, огурцы, у него много скота, 50 голов, коров, и даже больше коз. Прямо очень-очень большое хозяйство.
Вот, и он принимает в работники только, нанимает на работу только людей, вышедших из детдома. То есть он им вступит, как бы исполняется 18 лет, и он нанимает их на работу, тем самым дает проживание, питание, естественно, еще и зарплату. И учит всему по как что делать, как работать с домашним скотом и тому подобное. На данный период времени у него живет 7 разных людей, парней из детского дома, которым уже исполнилось 18 лет, и они как-то все существуют. Иногда, конечно, дерутся и ругаются, но, в общем-то, они дружелюбные такие ребята. Это очень интересный проект, потому что я туда приехала не так долго, у меня было очень лимитированное количество времени в каждом проекте. Но как мне там понравилось, и настолько я подружилась с этими ребятами, прямо их прочувствовала, мы все говорили на русском, и как-то они даже мне устроили творческий, как они называть, а сейчас концерт. И, в общем, каждый показал по своим талантам. Один парень, как оказалось, очень классно исполняет восточные танцы. Другой парень очень классно поет, другой парень играет на гитаре, другой парень... В общем, они настолько все талантливые, и вот это все соединили вместе, и... Но они тоже, получается, зарплату свою получают, работают на разных-разных, по разным направлениям, от строительства других домов до, не знаю, смотрят за хозяйством и тому подобное. Там я практически ничего не делала, потому что они не давали делать. Они говорят, ты наш гость, сиди. Я говорю, не-не-не, подождите. Я же приехала волонтерить, я хочу что-то делать. Они говорят, в Кыргызстане просто так как-то принято, по крайней мере, в тех местах, которые я была. Ты гость, ты для нас бог, грубо говоря. Мы тебя примем, мы тебя напоим. И там, кстати, там даже есть у них такая, грубо говоря, пословица неофициальная, что если вы приехали обратно куда-либо к себе из Кыргызстана, не округлившись, то вы, значит, не были бы в Кыргызстане. Я поняла точно, это действительно работает так, потому что там у нас, грубо говоря, уважаешь — пей, у них уважаешь — ешь. Просто они мне давали столько. И, кстати, на следующих фотографиях, это мы делали такое традиционное хлебобулочное изделие, называется барсок. Тоже все эти вместе, все эти волонтеры. Вот, это столько заставило еды. Основательно, да? Вот. Как я... Вот так вот переделаю, чтобы вам точно было видно. Расскажу еще больше о Кыргызстане, потому что в нем, на самом деле, очень много я опыта получила. В общем, приехала сначала на первый проект, там провела буквально 5 дней, еще что-то, познакомилась с этими парнями, помогла буквально что-то один раз, шпаклевку, что-то там сделала с дома. Я говорю, нет, дайте мне больше работы. Нет, давай, сиди. Ладно. Дали мне сразу имя кыргызское, так что теперь называйте меня Гульгунай. Я говорю, можно перевод? Они сказали, это улыбающаяся луна. Я такая... Ок, ладно, ну, наверное, подходит. И потом я поехала, опять же, там очень... Вы просто говорите, что вам нужно, да, приезжайте в страну, если не нашли много проектов. Я сказала этому фермеру, этому канадцу, я говорю, слушай, мне нужно больше проектов, потому что, ну, я нашла только буквально 2. Он говорит, вот, я знаю одного чувака, которому тоже нужны волонтеры, едь к нему. В общем, в итоге я сменила там 4 разных места, и это как раз 21 марта они празднуют Ноурус. Наврус по-русски, это, грубо говоря, наш Новый год, или Новый день, они по-другому называют. В общем, все садятся. Я там была единственная, я поехала на север, аж в Талас, поехала, меня отослали, говорят, ты едь к моей бабушке, они это тебя там примут. Хорошо, я была одна, единственная, грубо говоря, иностранка. И меня приняли просто со всеми почестями. Опять же, не волонтерила, особо ничего не делала, не буду вам брать, потому что они просто мне не давали этого делать. Они говорят, ну, опять же, гость, все. И потом, это тоже они отдельная история, и показали мне детскую школу их, показали, повели по разным местам. Очень-очень хороший народ. Опять же, там мне нечего сказать по поводу, что это в работе, потому что ее просто не было. Но здесь, ура, мне есть что сказать по кыргызской моей работе, потому что это моя кыргызская семья. С первого же дня вот эта женщина, у них есть гостевой дом, это на юге Баканбаева. То есть на юге, извините, Исыкуль, у них главное такое озеро, это
поселок Баканбаево, в горах, красота. И, в общем, я туда приехала тоже по наводке, грубо говоря, от других людей. И Гульмира Эйже, я и мой кыргызский папа Абдрасул Байке. Они меня сразу приняли вот так вот, так, ты наша дочь. Как-то так сразу же влились в общение. И я им помогала изучать английский язык. Дабы я по другому образованию преподаватель английского языка, и у меня есть уже очень много опыта в этом плане. И, в общем, я преподавала английский язык в сфере туризма, в сфере путешествий. Потому что к ним много приезжают разных путешественников, чаще всего это иностранцы. Там Германия, Франция и тому подобное. И, в общем-то, им нужно хоть что-то знать. А им уже по 60-50 лет. У них каждое утро мы вставали, пили чай и начинали штудировать английский язык. Они запили с вами большой-большой свой блокнот. Я потом они сдавали мне экзамен, ну, как псевдоэкзамен, два раза. Вроде что-то получалось. Опять же, это как раз в той самой деревне Калинин под названием, где я поехала на Новый год их, и там я повозила, вот, самое главное, их видно, неважно меня, вот, там это вот эти дети взяли меня, потому что я, опять же, я была одна, опять же, иностранка, они меня взяли, как, говорят, мы сейчас тебе все покажем, все расскажем, и в деревне показали, рассказали, это их местная школа, сделали представление даже, в общем, приняли со всеми почестями. Это по поводу Кыргызстана и вообще всего моего опыта там, наверное, так. Опять же, по поводу моего проекта я бы хотела сказать такой немножечко пару слов. У нас же есть, да, время? Можно посмотрю? Но. В общем, я думала, как это всегда бывает, сделать некоммерческий свой проект. Называется «Помогаю». Ну, долго не пошла за званием, мне, наверное, плохо с воображением, просто как «Помогаю». Который показывал бы и рассказывал бы места, где я волонтерила, и если нужны какие-то другие волонтерские. То есть ко мне приходят, так как я много этим занимаюсь, мне пишут разные люди, слушай, там-то, нам нужно волонтеров. Ну, вот, можешь, пожалуйста, как-нибудь об этом как-то сказать? Или я сама нахожу классные проекты, или я уже не была. Мне захотелось это как-то все вместе объединить. И информации по Центральной Азии, то же самое, да, Кыргызстан, Центральной Азии, и ее очень мало где можно найти по поводу проектов. И я решила и, в общем, создала этот некоммерческий проект. Ну, только на самом начале, его только выпустила 5 марта, но, надеюсь, дальше будет больше, надеюсь. И там, в общем, сейчас вы уже даже можете найти какие-то проекты в Кыргызстане. Так что, если, кстати, кто-то из вас когда-либо в этом году или не только захочет в Кыргызстан, у меня очень много разной информации по этому поводу. Пишите, я вам все расскажу. И последнее, что бы мне хотела сказать по поводу, а что дальше? А куда дальше? Дальше я планирую, так как я иногда фриланс-автор, ну, большое такое слово, ну ладно, что делать, и меня так называют, что делать. Фриланс-автор-писатель в онлайн-журнале может быть по-другому. Мы с ними как-то подумали, и решили сделать автоэкспедицию на двух автодомах по российским глубинкам, по таким экопоселениям, по фермам, приезжать, волонтерить, рассказывать об этом, делать красивые картинки, там просто фото-журналисты, журналисты. В общем, у нас такая вся команда соберется, и сейчас мы решаем такие организационные вопросы. И, естественно, я поеду в качестве участника, единственного представителя команды «Помогаю», и будем рассказывать о таких местах, где нужна помощь и вообще нужна ли где-то помощь. А я уверена, что нужна. По поводу всего волонтерства, если заключительная такая фраза, я очень хочу пить, можно? Да. По поводу волонтерства. Я много встречаю разных фраз в интернете, и не только, даже от моих знакомых, говорящих, ну, это же бесплатная рабочая сила. Ну, то есть просто приезжаешь и потратишь на какого-то человека, не получая вообще ничего, в смысле денег, никакого-то материального вознаграждения. Я считаю, что так считают люди, думают люди, которые на самом деле ни разу не волонтерили. Это мой единственный ответ. Почему? Потому что тот опыт, который мне принесло волонтерство в разных его ипостасях за эти все годы, я не знаю, где бы я
на какой работе я бы это встретила. То есть я теперь умею сыры варить, я не знаю, работать с огородом. Ну, в общем, долго-долго, естественно, это все практика больше. Но волонтерство — это не только... Просто мы так чаще еще в современном мире сконцентрированы на себе, на своих потребностях, на своих желаниях. Но это так. И для меня волонтерство дает мне шанс, наверное, забыть немножечко о себе и что-то помочь другим. Все, у вас есть вопросы, ответы какие-то? Сырые с сычурным ферментом делаем. Извините? Сырые с сычурным ферментом делаем. Классный вопрос, не знаю. Я знаю, он мне это не объяснял, он мне просто показывал это. Ну, то есть, если бы он мне объяснял, мне кажется, я ничего не запомнила насчет этого. Мы делали козий сыр, мы делали тоже моцареллу с ним, но мы делали только пармезан и моцареллу. И там я не знаю ответ на ваш вопрос. Вот. А вы чем-то занимаетесь тоже с сыроварением? Или вы... Нет? Ну, вы можете поехать к Джей Клозу, и он вам объяснит. Он такой очень открытый парень. Мужчина. У кого-нибудь есть желание, возможно, в будущем, если вы, в принципе, пришли, то, возможно, да, заниматься волонтерством? Чисто теоретически. Да, нет? Опа! А можно спросить, если уж две руки, куда и куда? Раз, в Арктику? Мне кажется, вы должны выступать здесь, а не я. В Арктика! Можно потом с вами поговорить? Спасибо. Это же волонтерство? Да. Прямо волонтерство? Класс. А у кого еще есть какой-то опыт волонтерства? Не обязательно России или еще что-то? Нет? И какие социальные проекты? Вы, да? В Сочи, да, которые были? Ага. Это какой был год? А, 14-й. Понятно. И вы в организации, да, там что-то помогали? Здорово. Мне просто моя подруга, почему я сказала в Сочи, потому что моя подруга, она волонтерила, Ксюша, она волонтерила в Сочи. На Олимпийские. Понятно. И как вы нашли эту волонтерскую позицию? Я говорю, это классно. Не, на самом деле, ну, то есть, многие думают, что мы там забыли. Но на самом деле, это очень, ну, я не говорю убирать навоз, но на самом деле это очень приятное чувство работать над землей и быть соединенным как-то с ним. Я знаю, какие-то большие слова, возможно, но просто попробуйте. И эта фотография, забыла вам сказать, сделана была в Питере. Я сама жила в Кудрово. Очень много спрашивают, Кудрово, где это? Это там, где Вика Дыбенко, в общем-то. Я жила в Кудрово, и какое-то время я не могла никуда выезжать. У меня была работа такая прям, мне должна была в Питере остаться. Я думала, что же делать-то? И не обязательно волонтерить, куда-то ехать, на самом деле. Я собрала команду других жителей моего дома, и мы посадили деревья. Вот это лиственница. Сейчас надо, вот мы этим воскресеньем опять соберемся, потому что это колышики, вот так называемые колышики, они прямо, с ними все плохо стало после зимы. У меня не было, поэтому я не могла это как-то контролировать, и, в общем, мы опять соберемся и будем воссоздавать нормальные колышики. Поэтому не обязательно будет доехать, чтобы быть полезным, наверное. Когда вы сажали деревья, вы местном уточняли, где да. Я специально пошла в управляющую компанию, потому что там была проблема, там проходят провода. И они мне дали непосредственно схему и сказали, где можно копать и где можно сажать. Да, все, разрешение получили. Управляющая компания, они вообще очень мне были только за, потому что я эти саженцы покупала на свои деньги, поэтому, в принципе, было, почему нет? Я сказала, ну ладно, делайте, и пойдем или в воскресенье, в понедельник к ним обратно, и один теперь пустый. Барбарис и не только. Видно, насколько это живется, но мы постараемся. Вот так. Есть кого-то? Да? Можно еще? Не знаю, что да, проживание, да. Дальше
Конечно. А вот, в принципе, вы свободны, что только не делать. Так деньги-то и не нужны, наверное, потому что... Ну, мне это, честно говоря, мне это было не очень интересно, я всегда уходила в лес. Там деньги не нужны. Но опять же, какие у вас цели? Возможно, у вас какие-то вы минимум с собой возьмете, если у вас будут, конечно, такие желания и потребности пойти в какой-то музей, хотя там были интересные варианты. Мы ходили на пешей прогулке на 35 километров с другими волонтерами. Мы опять же танцевали. Там одна девушка, она с Питера, Алиса, она умеет очень классно вырезать по дереву. У нас мы проводили мастер-классы. Мы сказали, каждый второй... Не помню, какое у нас было расписание, но, в общем, каждую неделю мы делаем мастер-классы от разных волонтеров. Она проводила нам и на рисование, к желю, и, в общем, мы друг друга учили, наверное, разным штукам. Да. Нет, это было в Вене не очень, с английским, да, да. Да, до Вены не было. Я потом получила. Вообще моя первая была страна, это была Америка. Но это было не совсем не волонтерство, это было WorkAway, то есть работа и путешествие. То есть очень стандартная программа обмена на 4 месяца, 2010 год. Там вообще английский мой был. То есть я знала, у меня было много теорий, даже красный диплом каким-то образом получила. Но, честно говоря, по практике ноль. То есть я 2 недели я практически не говорила, потому что я боялась. Я боялась быть непонятой и боялась своего очень сильного акцента русского. Но когда хочется кушать и надо работать с людьми, то как бы заговоришь, наверное, так. То есть когда есть потребность, то непосредственно... В России бы я, наверное, так бы и не смогла, ну, лично я не говорю, какой-то свой опыт, ну, так бы и не смогла, наверное, выучить, как я выучила при путешествиях. А потом, как я получила свое второе образование, я жила в Таиланде и получила сертификат TEFL, называется, Teaching English as Foreign Language, преподавание английского языка как иностранного. Всего лишь месяц, плати, сдавай экзамены и будь профессиональным специалистом. Вот там такая... Да, техника. Есть еще какие-то вопросы? А вот вы говорили про первые ссылки, там не прописывали. Доброволец? Да. Там есть такое лечение по возрасту. Да.